Не надо гнуться, еще легче, свободнее. Та-та-та-та-та. Боевая стойка. Подними руки, ну бей повыше, а. Расшири, солнце. Ты опять вот так голову гнешь. Зачем ты голову так гнешь? Вот стой свободнее. Вот руки, чтобы они не вот тут лежали. Вот ты встал, та, вот, та-та-та-та-та. Вот руками, ножки под собой, вот плечи, та, оттуда. Свободно, свободно руки летели. Разные стороны, и снизу, и сбоку. Вот, 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 молодец. Больше ударов, колямба, да, да. Нет, не просто ты вот это вот стоишь, как тракторист, а какая-то все-таки передняя. Тан-т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 ан. Пам, повторы, вниз, голова, живот, отсюда. Давай, давай, давай. Без паузы, летят руки, там, пытаемся, да, да, да. Легкие, легкие удары. Не прыгай, Миша. Не надо прыгать, просто накидывай ручки, накидывай отсюда. Поднять руку, Рашид. Подними голову. Чистить не надо, но без паузы. Все-таки хочу, чтобы у тебя вот отсюда было побольше. Сейчас ты опять вот так направляешься. Вот отсюда. Та-та, вот. Переднюю руку. Да, да, давай. Во, 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 вот это надо. Вот это хочу. Давай, 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 давай. Молодцы. Бух. Клинч? Ну да. Такие. Или одни? А да одни перчатки его, 10-унцовые, чтобы в парах работать. А тут для снаряда, снарядные перчатки. Они не унцовые, они чтобы размер там S, K, M, L. Чтобы кулак... Для снаряда 10-унцовый? Нет, 10-унцовый в парах работать. В парах, да? Да. А снарядные просто? Да, снарядные просто снарядные. И сейчас, господа. Да. Ребят. Ваша работа. Опять работаем раунд. Опять работаем раунд. Также вот вы легко здесь. И по моему сигналу раз, это раз. Неважно, снизу, справа, сбоку. Да, на акценте. Тан-тан. Только вот прям не ногой даже. У тебя сейчас ногой удар, давайте не ногой. Чтобы вот тут переминать, переминать. Да, прям вот дых, рукой взорваться. Плечевым корпусом. Это когда раз звучит команда. Например, команда два звучит. Да-да. Оп. Опять пошли. Ходим, ходим. Три. Да-да-да. Ясно? Тройка. Вот именно, если у вас вот эти плечи, вот эта группировка сохранится, то ваши ноги, пятки не оторвутся. Ясно? Когда вы будете взрываться. Если вы пятки оторвались, вы понаклонили. Вот и тан-тан-тан-та-да-дан-дан-дан-тан-дан-та-дан. Почувствовать, да, что вот за счет этого взрывного движения плечами вы остаетесь на полной стопе. Ясно? Можно, команда раз застала тебя в каком-то таком положении, вернуться, бах, взорвался. Но именно выдох, на одном выдохе пробиваете. Что одиночный удар, что двойка, что тройка. На одном выдохе, я слышу, это должен. Взрыв. Ясно? Максимально взорваться. Кулаки сжимаем. Полетели страусы, как сказал один персонаж в известном фильме. Стоп, стоп, команды бокс-то не было. Полетели, но команда-то бокс. А страусы не летают. Бокс! А? 10-унцовые. Ну? Разные. Какой? А зачем такие тебе, эти? Бери обычные, которые боксируют. Красный, синий. Красный, синий? Да, как обычный, он боксирует. В них боксируют, соревнования проводятся в России. А, синий или красный? Да. Раз! Не слышал акцента. Наташ, иди на стеночку, стой на стеночке. Вот ручки, да, не надо тебе к снаряду лезть. Два. Иди солнце сюда, смотри.
А то ничего не понял. Я понял, что он устал, вот, вот сама рука. Так, вот, вон, видишь, вот, угу. Переворачиваешь, как бы, кулачок, плечико. Нет, только не вот это вот движение. Не надо так а делать. Как? А. Три. Опа, красавец. Не та, о, вот и пробуйте. Давай, пойдем. Ну, стой. Вот он, смотри. Вот вообще вот он, раз, видишь, выкрутился. Да. Оп, бам. Оп, бам. Вот он, смотри, вот, вот, вот. Просто. Раз. Куда? Вот, вы, прям выкрутил. Посмотри на меня, Наташа, посмотри на меня. Вот я могу, смотри, вот, вот он как плечо у меня сработал. Так шарнир из сустава, смотри. Вот, видишь, выкрутил. Вот и все. Оп, выкрутил. Оп, выкрутил. Да, смотри. Только не надо прямую руку делать. Не надо сильно, не вздумай резко делать. Два. Раз, два. Как шуруп. Крутила, выкрутила. Крутила, выкрутила. Пробуй. Не гнуться. Раз. Не надо наклоняться. Стоять. Данс. Три. Лишних движений много. Не прыгаем, Слава, не отрываются пятки. Два. Не может быть взрыв в двойке на одну руку. Туда взорваться. Раз. Два. Подними гриву. Подними. Встань прямо. Ты уже вот здесь. Нечем тебе бить. Вот ты стоишь. Вот, туда пробивай. Два. Три. Раз. Три. Выдох. Раз. Ну, вроде они. И синие вот. Что-то они какие-то не те. Не те? Ну, так-то они. Ну, вроде они. А размер какой брать на? 10 унций. А. Раз! Время. Снарядные. Снарядные перчатки, вот, смотри. Размер какой? Иди сюда. Вот, видишь, снарядные перчатки? Вот такие не бери. В них, видишь, толстые они, в них кулак не сжимается. Палец, видишь, не уходит сюда. Он не мешает. Тонкие перчатки. То же самое, видишь, толстые перчатки. Вот с них еще более-менее как-то, но он все равно что-то ходит. Еще тоньше перчатки ставят, а вот они, хорош, тоже не сжимаются кулаки, понимаешь, вот сюда палец. Вот здесь вот, вот здесь бы они были. Боксерские есть такие? Вот это боксерские. Это и есть боксерские. Вот это переработано. Тоньше надо брать. Тоньше, да, чтобы они были. Вот там. А размер какой? Повесу, блин, да нету размера. Да нет. Это нет, твои перчатки различаются, пожалуйста. Их, вот, видишь, М-ка у него. Снарядные функции. Посмотри, не посмотри, видишь, М-ка. L, S. Вот, М-ка ему бери то же самое. То есть исключительно размер руки меряешь? Да, то там еще бин входит. Хорошо, на это завтра технику, мне с этими штанов приходить нечего, они большие очень. Почему? Нормально придумали. Отлично. Спасибо. Остановились. Давайте. Вот вы сегодня что делали, да? Вот сейчас вы стояли, просто удары наносили, да? Вот. Вот давайте сейчас вы на мешке, сколько вас? Два, три человека, правильно? Все. Раунд бьем по 10 секунд. По 10 секунд один держит, второй бьет. То есть у вас идет взрыв прямыми ударами на подскоках. То бишь это челночные подскоки, работа на подскоках. Держи мешок. То есть все, встал, и вот у вас взрыв пошел. Вот этот, 10 секунд ваши. Вот тут подрабатываю, все понятно? Все ясненько. Приготовились, на носках. Наташа, просто продолжаешь бить. Возвращаешься с нами? Двое держат. Иди, иди сюда, не надо, иди сюда. Рашид, иди, вон, с Колямбой идите на сенную стенку. Идите по очереди. Приготовились. Ты просто работаешь, продолжаешь бить. Время! Бей, 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 бей. Поставь ноги на ширине плеч. Смена! Низко, выше, высоко бьешь, ниже бей. Ноги на одной линии, ноги на ширине плеч. Таз, руки вот перед тобой висят. Смена! Вот ударил, бам. Продолжай. Руку, локоть обратно, вот сюда.
Вот отсюда бей. Во. Смена! Вот чуть-чуть вниз бей. Вот сюда. Смотри, как бы. Ну. Вот так стой, да, как бы сверху вниз бьешь. Во. Смена! Оп, локоточку ты вкрутила, выкрутила, вкрутила, выкрутила. Видишь, как будто плечо тебя коснулось, ясно? Сильнее. Смена! Валишься, валишься, валишься. Зажимай кулак, ставь кулак. Время! Время. Еще раунд, подобный раунд, но теперь вот то, что вы делали щелок. Помните прекрасное элегантное движение, да? Кролем плавали, да, мячик крутили, да, вокруг башки, да? Вот ваш плечевой корпус, ваша спинка, да? Те же самые, по 10 секунд у вас взрывы идут. Но взрыв вы делаете чего? Точно, бинго. Что, точки? Не. А я и не говорил еще. Реально идет взрыв боковыми ударами сбоку. Держи мешок. Вот я вас еще, это самое, ребят. Серия. Повторные, максимально быстрые удары. Они не будут какими? Длинными. Они не будут амплитудными. Что это значит? Два одиночных. Та-тан. А это повторный. Почему? Я вообще руку не забираю. Та-тан. Туда. Это повторный. То есть все, что быстро. Та-та-тан. Вот тут кулаки. Чем быстрее, тем что? Меньше длина разгона. Здесь у вас та же самая ситуация. Вы взрываетесь максимально быстро. Не вот это сейчас движение максимально сильно из-под жопы. Отсюда с разворотом. Но, приняв положение на полной стопы, стопе, пожалуйста, ваша здесь. Вот так кружкой здесь. Не надо бить, потому что плечо не переворачивается при ударе кружкой. У вас будут одиночные удары. Это одиночный удар. Нету перехода с одного удара в другой. Не возвращается здесь рука к бороде, фактически. Остановись. Да, 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 да. Вот тут максимально быстро пробиваете, ставите. Ясно? Да, 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 да. Как можно быстрее. Все понятно? Вот тут напрягли, туда-туда, как жук такой, это самый, с рогами есть, во, олень. Да. Сколько вы говорили, 25 минимум, да? 30. Так, считать ориентир. Ты еще считать успеешь? Если ты еще считать будешь, значит, ты не чем-то другим занимаешься, не ударами. Наклониться, да, да-да-да-да. Фактически у вас идет один постоянный выдох. Вот 10 секунд выдох идет. Да-да-да-да-да-да-да, туда. Ну, можно два вдоха, выдоха. Жги. Нужно? Мы сейчас Наташу прогоним, точнее попросим ее культурно. Долбите вот сюда. Но не вниз. Приготовились. Да. Ну вот так или вот так заворачивать? Удар довольно-таки длинный, даже не средняя дистанция, чуть дальняя дистанция. Ну, да, подворачивать, да, подворачивать вот сюда. Ну, и посмотрите, оу, вот сюда бьем, слабо. Не вот сюда, не вот тут здесь. Вот сюда, вот они пошли, вот, вот они, посмотрите, локоточки. Алло, фактически у меня сжат кулак и напряжен локоть. Остановись. Фактически у меня рука просто вот здесь, смотрите, падает, локоть, да. Напряжен локоть. Посмотри на меня. Не уходит рука сюда к бороде. Вот здесь. Вот туда я. Да-да-да-да-да. Прям руками, одним плечами, грудины пробиваю. Приготовились. Бокс! Пятки не отрываются! Смена!
Не надо голове кулаки. Там быстрее, 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 быстрее. Кулак встать. Смена. То же самое. Пошел. Смена. Еще раз, смотри. Напряги кулак. Смена. Коленька, ты опять руку сюда возвращаешь. Напряги кулак, напряги локоть. Ударил. О, просто опустил кулак. О, выкрутил. Смена. Туда надо, туда. Да, сильнее, Коля. Сильнее. Время. Все. Пошли по залу. Хватит.